Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кисида Диман, и сегодня мы продолжаем играть в Black Russia. Ну и, собственно говоря, мы находимся сейчас возле моего дома. Я напоминаю, что эта игра доступна только на андроидах, то есть играю я, в общем-то, на Huawei P30. И сегодня, ребята, у нас грандиозные планы. Так, ребята, всем привет, привет. Всем привет, так, они все у меня в банде. В общем-то, хорошо. И да, друзья, по поводу, кстати, банды, она у меня немножечко выросла. Если вы посмотрите сейчас на информацию, то здесь уже 1000 репутаций, 243 человека. И это очень-таки круто, потому что я ежедневно часто играю на серверы. Ну и, соответственно, ребята, мы сегодня проводим офигенные, так сказать, мероприятия. Там, в общем-то, дезинфицируем дом, там нападаем на другие банды или вообще бьемся за аирдропы. И, в общем-то, все очень круто, проводим время. Ну и также, ребята, все, кто еще не играет в Black Russia, то вы можете это сделать, перейдя по ссылочке в описании, а также не забывайте указывать мой никнейм, он предоставит вам какие-то плюшки на начале игры, это будет очень-таки здраво, а также, ребята, не забывайте вводить, получается, промо, слэш-промо, и здесь, получается, ребята, вводите вот так вот, Эдимка, и получаете, собственно говоря, 15 тысяч на первом этапе со второго уровня. За 15 тысяч, в принципе, можно купить уже автомобиль. Точнее, там 20 тысяч необходимо. Но 5 тысяч заработать, я думаю, за 15 минут где-то на какой из работ вполне нормально. Так, что вы хотите, пацаны? На самом деле, я говорил, что у нас будет война, поэтому, возможно, они уже готовятся. Готовьтесь вечером. Вечером будем воевать с другой бандой. В общем-то, ладно, ребята, я пока занят, потому что я пишу ролик, поэтому, ребята, я думаю, парни меня поняли, услышали. Да что, стой, вы деньги будете просить по-любому. Мне, собственно говоря, что надо? Мне надо, в общем-то, отправиться сейчас на битву за контейнер, посмотреть, что это вообще такое. А где Артём? Тут, блин, Артём должен быть. Он, получается, у меня ответственный за охрану также. Макс у меня ответственный за остальной отряд. Что вы хотите? Димка, ответь, что? Здорово всем, ребята, здорово всем. Но я, честно говоря, таким образом буду долго добираться. Мне нужно автомобиль. Так, отвезите меня на контейнеры, отвезите на конты. Так, ребята, в принципе, мы прибыли на битву за контейнеры. Сейчас посмотрим вообще, что здесь такое, как это вообще работает. Вот, админ мне немножечко помог. То есть, ребят, на самом деле тут нужно просто нажимать Alt. И, по идее, должно у нас появиться как раз-таки окошечко, в котором можем поставить ставочку. Пока что... вот она, получается, ставочка. И 9 миллионов последняя сделанная ставка. Блин, давайте, короче, 9 миллионов 50 поставим вот так вот, отлично. 100 тысяч рублей! Блин, мне нужно срочно перебить эту ставочку. Давайте поставим 10. Раз, два, три, раз, два, три. Все, вроде бы должно быть теперь, да, отлично. Первый контейнер мы поставили ставочку на 10 миллионов рублей. И сейчас посмотрим, а что же здесь будет вообще. Как это работает? Сколько надо ждать для того, чтобы... Уверен в том, что хотите отменить ранее сделанную за данный контейнер ставку. Нет, мы не будем отменять. Я просто хочу понять, как это работает. А когда он откроется? Давайте мы спросим также у админа. Когда он откроется? А он откроется... Можно было вроде 9900, ну ладно, 900 точнее. А когда он откроется? Ладно, ничего страшного, в принципе. Я просто поспешил, потому что я думал, что здесь какая-то... Да ну нафиг! Вот это прикольно! Да вот это прикольно! А теперь как ее забрать, получается, на флешкаре у меня будет? Реально за 10 миллионов я купил AMG GT. А как забрать-то его? Подскажи, пожалуйста, как забрать ее? Или она сама у меня появится? Просто я на самом деле впервые вообще открываю, я так вообще не знаю, как это работает. Alt нажми еще раз, я понял, ребята. То есть получается, моментальная продажа 12 мультов? Блин, я честно говоря не знаю, сколько он стоит, вот не помню. Но мне кажется, что за 10 мультов AMG GT, в принципе, давайте мы его заберем, отлично. Погнали тогда дальше, в принципе, есть пока еще у меня ставочки. Я предлагаю еще что-нибудь интересненькое выбить. Так, контейнеры, вот еще, кстати, контейнеры есть. Я так полагаю, они же тоже работают, да? Так, тихо, можно залезть? Отлично. Так, минимальная ставка, давайте Alt нажмем, действительно, поставим здесь. Дубайские контейнеры, по-любому здесь должно быть что-то слишком дорогое. Так, начальная ставка, давайте мы, короче, поставим тогда 9100. Вот так вот, да, действительно, чтобы, я думаю, ну... Лишний раз не переусердствовать. И, в принципе, ребята, опять за номер 5 мы бьемся.
Это получается контейнер из Дубая. Сегодня мы посмотрим вообще, что выпадает там. У меня очень много денег было. На самом деле, все эти деньги я копил для того, чтобы приобрести новые автомобили для семьи. Потому что у нас в семье очень мало автомобилей нормальных. Там есть Audi, получается, Jetta, короче, Lambo, которую я, кстати, заберу. Потому что заместители мои жалуются, что на ней просто катаются, выкатывают бензин. И она, в принципе, по факту не нужна там. Вообще-то я буду заполнять другими автомобилями. А тем временем у нас сыграла ставочка, ребята. И мы выбили BMW. И на самом деле, сколько она вообще стоит? А, я не вижу ничего. Подождите-ка, мне мешает вот. Мне мешает это. Вот давайте вот теперь мы нажмем Alt. И по идее должна сработать. Блин, ребят, отойдите, пожалуйста. Alt. Вот, да. 8910. То есть, честно говоря, в принципе, для семьи BMW M5 F90 пойдет. У нас, конечно, ее не было, но она, в общем-то, вышла мне на 200 дороже, чем обычно. Но мы заберем содержимое. А, нам нужно увеличить слоты, ребята, у меня слотов мало, донат, нам слоты, где слоты, изменить, покупка, увеличить количество слотов для транспорта, вот, отлично. Так, и теперь давайте еще раз это мы проделаем, на самом деле я буду еще что-нибудь открывать, ну и, мягко говоря, заберем содержимое, забрать содержимое. И ответим пацанам, потому что просили. 8900, вот так вот мы ответим. Отлично, так, короче, давайте еще вот этот попробуем тоже открыть, в принципе, тоже с Дубая. А вдруг повезет, мягко говоря. Третий контейнер, самые дорогие, элитные дубайские контейнеры мы открываем. Ну и давайте посмотрим, а что здесь нам выпадет. Так, 9100. Так, это 910, вот 9100 получается. Все верно, мы ставим и смотрим, что будет за шестой контейнер у нас. Я очень надеюсь, что будет какая-нибудь крутая тачка. 5 сыграл мой контейнер, и что там у нас? Блин, да ну! О, кстати, Мерс, я думал, у меня очередная, мягко говоря, эмочка. 5500, это очень мало, пацаны, это очень мало. Блин, я даже не знаю, на самом деле можно продать содержимое, либо отправить его, ну это минус, конкретный минус, либо его отправить, собственно говоря, в семью. На самом деле, ребята, в принципе, если я продам, я буду в минусе, а в любом случае будет тачка. Тачку я отправлю также в семью, вы сможете на ней покататься, забрать содержимое. Вот, и есть еще один контейнер у нас получается, и все остальное, мягко говоря, уже купили. И я так полагаю... О, Артем приехал. Артем, здорово. Новые тачки в семью. У нас идут. Так, ладно, в общем-то, ты окупился? Ну, чуть-чуть, братан, чуть-чуть. Надо было все-таки в автосалон ехать, надо было в салоне брать тачки. Что, прошу, подари одну. Блин, я все в семью загоню. Собственно говоря, ребята, вот моя Audi, на которой приехал как раз-таки Артем, и, мягко говоря, люди просто катаются. А, там еще есть контейнеры. Блин, ребят, ну... Давайте, добьем, мягко говоря, все контейнеры, посмотрим, что вообще выпадает. Уж ладно, все тачки, в принципе, неплохие сыпят. 9100, да, отлично. И за эти тачки, мягко говоря, я и собирался ехать вообще в автосалон и покупать их в семью. Но почему бы нет, давайте мы и тут это все... А, Ламбо, говоришь? Ну, будет прикольно. Давайте тут мы, в общем-то, повыбиваем эти тачки, вдруг сейчас мы реально окупимся. Помнишь, ты говорил, что говорил? Азим. Тачки в семье будут. Так. Здесь чел получит 100к. Ну ты пригласил. Макс, отчитайся. Макс, в принципе, пришлет мне. Что это? Это М2, да? Это М5, ребята. Твою мать, такое уже мне было. А как? По рации, он передаст мне список. Все отлично. Собственно говоря, ребята, давайте смотрите, что, сколько вообще стоит эта тачка. Ну да, мы ее уже выбивали, это М5 F90, 8900, и в принципе вторая. Ладно, забираем тачку. Все слоты для транспорта полные, поэтому, ребята, сейчас увеличим количество слотов. Отлично. Так, 7 слотов у меня теперь есть, теперь давайте мы примем, собственно говоря, М5 и загоним ее тоже потом в семью, отлично. Итак, друзья, мягко говоря, у нас остается, получается, последний контейнер, и нам нужно его тоже, наверное-таки, забрать, потому что денег мне хватает. А я пришел сюда чисто забрать, посмотреть, окуплюсь ли я или же нет, а потом мы подведем итоги.
Так, отлично, открываем мы еще один контейнер. На самом деле, блин, цена, получается, 9 мультов слишком большая для них, прям максимально большая. То есть, честно говоря, я бы ставил на них, ну, пятеру. Пятера будет, в принципе, неплохо. Но хотя тачки дропаются, вот уже у меня 3 тачки, получается, практически по 9 мультов. И одна вообще за 12, честно говоря. Пока я не в плюсе, не в минусе, где-то около среднего. Вот, посмотрим, что будет с этой тачки. Примите в семью, давайте примем мы семью в пам. Инвайт, сотый, пам инвайт и... сотый, отлично, пригласить. Все, отлично, мы приняли человечка в семью. Ну и, мягко говоря, у нас уже получается... Сколько там вообще человек? Потому что они постоянно сыпят. Блин, меня сейчас будут уже... Потом посмотрим, потому что здесь нам попадает Range Rover, пацаны! Range Rover! А на самом деле, даже не знаю, сколько он стоит, альт. Давайте посмотрим. Пока что недоступно. Блин, откройся. 9 миллионов, в общем-то, забираем мы Range Rover SVR, почему бы нет, мягко говоря, мы не в плюсе, не в минусе, но там на 100 тысяч, ну 100 тысяч это не особо обидно. Итак, а что получается, все контейнеры мы вроде бы как забрали, да и у меня уже денег как таковых нету, получается, у меня осталось всего 8 миллионов, которые мы, мягко говоря, потратим на семью чуть позже, ну опять же таки, я может куплю какие-нибудь тачки для первого ранга, потому что у нас первые ранги катаются вообще на крутых заряженных автомобилях. А делать по факту ничего не хотят, поэтому надо будет что-то с этим решать. Да, ребята, все контейнеры мы выкупили, это супер. И, собственно говоря, если мы так посмотрим, нам дропнулась, получается, тачка за 12 500, потом дропнулась тачка практически за 6 и все остальные за 9. То есть, мягко говоря, мы вышли в ноль. А все тачки, собственно говоря, у нас стоят... По той же цене, на базу отвези. Вот, мягко говоря, у нас тачки стоят, в принципе, столько же, сколько мы и потратили. Ну, контейнеры неплохие, можно когда-нибудь так приезжать и открывать. И если вы, конечно же, пожелаете, поставите 1000 лайков, то, соответственно, следующую серию мы тоже приедем и пооткрываем. А пока нас будет вести Азим на базу, мягко говоря, посмотрим вообще, что там по репутации, сколько человек. Потому что мне, на самом деле, хочется попасть в топ. Поэтому, ребята, если вы участвуете в моей семье, 248 человек, то обязательно приглашайте всех, чтобы наша семья росла, и мы выпадали где-нибудь в топ-10, как минимум. Вот, это будет нам максимально приятно. Так, ребята, отлично, прибыли мы на базу, и, мягко говоря, ну... О, гольфы у нас появились. Ничего себе. Такого не видел. Кирилл, получается... А, да, он же говорил, что будет покупать гольф. Я ему, кстати, давал денег на это. Он там просил, по-моему, 50 тысяч, собственно говоря. Да, еще, пожалуйста, 300к. Боже, я тебе сейчас только что сотку накинул, братан. Ну, как бы, со склада потом. Со склада бери. Собственно говоря, давайте мы ему дадим доступ. Мягко говоря, 296. Настройка семьи. Право доступа, 296. Потому что в складе у нас тоже много чего лежит. И давайте, наверное, оттуда пускай он возьмет. Ну, допустим, соточку пускай берет. Отлично, все. Все отлично. Потому что я хочу, в общем-то, деньги еще потратить на покупку новых, собственно говоря, автомобилей для нулевых рангов, а также первых, вторых. Потому что тачек не так много мы выбили сегодня. Ну, в общем-то, есть, конечно же, крутые. Итак, ребята, мягко говоря, давайте посмотрим вообще на мой хабарчик. Это было круто. У меня теперь куча тачек. И давайте мы, наверное, Range Rover отправим. Дабен транспорт. Его нужно, собственно говоря, сесть в него. То есть сначала его нужно найти, потом сесть в него. И уже после мы сможем его доставить в семью. Поэтому мы сделаем это чуть позже за кадром. Ну и да, ребята, напоследок нам, как я говорил, можно открыть пару кейсов. Отлично. Купить кейс. И давайте откроем мы все-таки машинки какие-нибудь. Сейчас попробуем выбить. Я очень надеюсь, что выпадет что-то прикольненькое в виде Lamborghini или вообще монстра. Что это такое, я до сих пор не знаю. Итак, нам выпадает... Ну-ка. Вас... Lamborghini Aventador! Боже, монстр был рядом, Lamborghini была рядом. Ну и, собственно говоря, выпала Jetta, которая у нас уже, я не знаю, 3 штуки вообще, получается, в семье есть. Еще один кейсик мы купим и крутанем. Давайте смена кейса. Боже, нет. И смотрим, что нам выпадет в этот раз. Потому что, ребята, хотелось бы что-то крутое выбить. Потому что в предыдущий раз, по-моему, тоже мне Jetta выпадала. И в этот раз Jetta. А сейчас нам выпал... Гольф, да ну, ты прикалываешься, я с битвы кейсеров, получается, точнее, с битвы контейнеров выбил больше крутых автомобилей. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать, спасибо всем огромное за просмотр, сегодня мы, в принципе, окупились только не с кейсов, а с контейнеров. И если вы хотите, чтобы в следующей серии для вас я снял подобную серийку вновь, там, я не знаю, кейсы подкрывали или контейнеры, пишите об этом в комментариях, а также 1000 лайков, новая серия не заставит вас ждать. Всем удачки и всем пока!